Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный ужин из картофеля и фарша. Чтобы не пропустить новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. 1 килограмм картофеля нарезаем тонкими пластинками. Добавляем 3 чайной ложки черного молотого перца, 1 чайную ложку соли, 100 граммов майонеза и хорошо перемешиваем. Затем берем форму для запекания, смазываем ее подсолнечным маслом. Высыпаем туда 500 граммов свиного или любого другого мясного фарша и разравниваем его по всей плоскости формы. При этом хорошо уплотняем. Дальше посыпаем фарш специями на свой вкус. Я кладу 1/2 чайной ложки соли, 3 чайной ложки черного перца и 1/2 чайной ложки молотой зиры. Добавляем 50 граммов майонеза, смазываем хорошо весь фарш. И посыпаем его нарезанным полукольцами луком в количестве примерно 200 граммов. Лук желательно помять руками, чтобы выделился сок. Сверху на лук высыпаем подготовленную картошку. Разравниваем ее. И отправляем в заранее нагретую духовку. Температура 220 градусов. Запекаем примерно 40 минут. Когда картофель станет мягким, достаем форму из духовки. Посыпаем картошку натертым на мелкой терке сыром в количестве 150 граммов. И снова возвращаем в духовку. Температуру снижаем до 180 градусов. И продолжаем запекать еще минут 10 до расплавления сыра. Подаем на стол в горячем виде, посыпав любой имеющейся под рукой рубленной зеленью. Вот и все. Вкусный ужин из картофеля и фарша готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.